Советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. Мы сажаем человека в ракету и пуляем его в космос до того, как русские воткнут свой флаг на Луне. Тут нужны вычисления, которые нам еще недоступны. Я могу это сделать. Все, что мы с вами делаем, имеет значение для всей страны. Рад, что НАСА использует силу человеческого интеллекта. Снаружи огненный шар становится жарковато. Найди Кэтрин Гобл. Полковник Гленн. Это главная битва нашей жизни. «Скрытые фигуры». Кино с 16 марта.